За один раз, да, сюда сначала почистили, да, и потом на колено ставить, вокруг колена. Ну, например, если он, требует там надо сегодня, да? Не, я видел людей, которые, ну, работают пиджамы, да, они поставят сзади там 3-4 банок, другой день приходят, то есть, ну, делают. Человек каждый день ходил, каждый день. Да. Денежки давал, как раз семью вот этих. Ну, это не надо, да. Да, 3-4 банки, это вообще-то мало. Ну, я знаю такие. Вот вообще мы ставим 24 банки. Вот сразу на спину. Большие банки, видите, я их разделил. Ну, сейчас пока 12, да, поставим. Побольше я спереди поставил, да, они самые основные будут. А это на такие места, где там труднодоступное что-то или закругление. Ну, тело человека, да, закругляется. На вот этой сетке. Так. Лучше здесь заработать. Вот. Самые большие, по идее, должны ставиться, соответственно, вот здесь. Можно по позвоночку поставить, да? Но вот он просит за один сеанс ему сделать здесь и здесь, да, самую грязную зону поставить, да? Вот тут будем ставить. Поэтому большие мы... И у меня сейчас 3-5 штук поставите, я вам покажу, скажу просто. Ладно? Можно 6 поставить. Ну, для начала здесь один, не знаю, сколько получится. Нет, сейчас большие. 5 получится, 5 больших остальных. Большие, вот, 1, 2. И вот второй большой, то есть 3-4 рядом, а вот эти 2 по бокам. И все. И все? Да. Вот сюда. Не-не, вот у меня где болит. Я едва не знаю тут. А где болит? Здесь? Да, 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 вот там вот. А, вот сюда, значит, поставим. Прям на точку вот эти две можете сразу поставить. Нет, подожди, есть на плотик на уе. Зря я задел, но ничего. Значит, немножко маслица на те зоны, какие нам нужны. Буквально капелька. А ты сразу ложись на понятие. Ну вот тебе на голову делали, да? У тебя получилось примерно минут 30-40 где-то вот, да? Где-то в среднем уходит на человека где-то 1:15, когда 24 банки ставите, да, 1.5 часа примерно, до 2 часа иногда уходит, потому что их много, их надо каждую смотреть. А если вы добиваетесь еще герпеса вот этого, да, то тогда еще больше уйдет времени, тогда и 3 часа уйдет на человека. Ну, герпес без хиджамы просто, да, сухой? Можно на сухую делать, да, можно с хиджамы. На сухую, если поставите, передержите там больше. Нет, там здесь туда большие ноги. Я пока не ставлю. Много. Много банки. Новые, непривычные. Сейчас. Массаж? Да. Вакуумный. Да, вакуумный массаж сначала. Вот. Пол подкачки такие даже небольшую, да? И вот необходимые нам зоны. Сейчас будем уже стирать. Для создания гиперемии, да? Да. Там сразу показывают, где кровь обильна, куда нет. То есть уже можно много чего прикинуть человека. Ну, смотрите, профессионально двумя делает. Да. Что вторая рука будет простаивать? Вот, где складочки там было тяжело, да, вот распрямляем, чтобы банка ходила. А вообще, сенсей, это вакуум массаж отдельная тема еще, знаете, да? Да, это отдельная тема. То есть, если вот делать просто массаж и вакуум, ну это... Это самостоятельная процедура. Плюс мануальная. Ты сильно взял. Не, нормально, нормально. Как покраснело, так хорошо. Да, вот видишь, хорошо краснеет. Ну, как вариант.
масла не хватает, поэтому не идет, не скользит. Как вариант, я вам говорил, да, можно вот клубок использовать, да, чтобы быстрее вот эти зоны. Чтобы не тратить время на массаж долгий там, да, согревание. Вот тут меняем уголок, чтобы вот так. Ну, можно ставить и без массажа. Да? Да, без массажа. Это я вам говорю, иногда такие процедуры вообще на 3 часа могут затянуться, когда 24 банки. Пока их там поставишь, то поменяешь. Мало? Да. Особенно когда. Да, поэтому процедура в итоге дорогостоящая, потому что и по времени. Высокое давление, там, начиная вот эту часть тела, вот как вы показали, там, верхняя часть, средняя, там потом ноги, там мышцы занимают. Это зависит от худой человек и толстый человек. А как долго гиперемию создавать? Да это какой-то, мне кажется, слишком жесткий. Да, попробуем. Значит, вот первая точка, да, это 7-6 позвонок, да, самый выпирающий. Давайте поставим чуть пониже, потому что сюда еще будем ставить. Вот примерно 2 подкачки, да? Так, где большая? Вторая. Это отсюда убираем. Ну, гиперемия сколько времени создается? Ну, не знаю, вот 5-10 минут. А большой банк нужно вот 3 на каком подкачки. На L5? На L5? S1? Ну, тут на кресте, на самом деле. А, крестец, да? Да, а, хорошо там. Можно и рядом поставить, выше. Ладно. Подожди, сначала тут разберемся. Вот на эти мышцы ему, да? Не, вот она сюда вот маленькая. Меньше давай. И вот бывает сильно не надо растягивать. То есть от пациента не надо пугать, да? А, растягивать сильно, втягивать, да, имеется, чтобы это. Два подкачка. Еще одну большую сюда поставим. Одна здесь. А, внизу, да, которая? Ну вот тут. А, сюда ты хочешь вторую? Не-не-не, вот так, ставлю сюда, вот это вот. Это большая. Там эту ниже поставь тогда, на 55-ю, еще ниже. Давай. Это между лопатками еще ниже. Вот. А сверху вот это поставить. Это здесь будет. Так, соблюдаю симметрию. Ничего страшного, если там помахнули, да? Главное, чтобы они друг на друга не наезжали банки. Ну это понятно. Так, логично. Да. Может, когда качаете? И вон тут нормально. Можно на выше этот креста. Еще одну большую вот сюда. Вот что-то тут не тянется. Ну, плохо тянется. Держится, в принципе. Ну, ладно, хорошо. Там сильно солнце. Сильно? Вот убрать. Вот тут давай. Да. Просто полегче, значит, полегче сделаем. И крестец тоже. Там же кожа жесткая, большой кажется, что там плохо держит, а на самом деле. Вот так, полегче сделали. Да, вот сюда поставим на трапеции. А здесь как раз наоборот мягко кожа, она прям втягивается хорошо. То есть получается, все равно ставим по схеме, да? Да, даже если ты схему как бы не видишь, то примерно просто зона вот отсюда до сюда вот покрывается вся. Больные легкие, да, то соответственно больше вот сюда, прям с боков прям ставишь, вот сюда ставишь. Ну там простой внутренний человек, да? Вот пример поставите сюда. Давайте малюшку поставьте, классно. Маленький такие раз. Бывает, что маленький хорошо работает. Что-то мне не нравится, он не наладит, что ли. Еще побольше, так ставлю. Вот симметрично, да? Симметрично? Чтобы красивый узор потом был на теле. Чуть-чуть вот сюда. Под рубашкой не видно.
Вот, совсем маленькие остались. Если есть возможность, можно поставить на шею вот сюда. Придется тебе пока временно голову не шевелить. На шее вот как только оставили, там все это отпочки. На шее от почек, да? Вот это от почек. Точки почек, да? Ну вот, минимум, да, не стали 24 использовать, да? Хотя бы вот так вот, самые основные зоны. Ну и по просьбе. И по просьбе клиента, да, вот. Упала здесь. Упала? Там просто волоски, она. Он держится. Хорошо. Не держится, видишь, волос. Без волосиков. Волосы мешают. Падает что-то. Ну, вообще, вообще не держит. Ты. Ты можешь немножко это перед делом наклонить? Получается, значит, может это бракованный какой-то? Может бракованный просто, да. Вроде здесь пропускает. Ну, намного. Когда вот добили, на этот нажимаете чуть-чуть и все, чтобы не пропускал. Да, попробуем. Окей. Ну, вроде держит, да. Да, все нормально, да. Чуть-чуть там снизу держит, да, там на резинке. Так, держится, да? Угу. Ну и, соответственно, да, желательно, чтобы клиент наклонял голову вперед, чтобы банки вот друг от друга тут не задевали, если что. Так, ждем примерно, ну, минут так, 10. Не, 5, 8. В ускоренном программе, да? Ну, нет, кожа, а у меня... А как определить, сколько ждем, 5 или 10 все-таки? Ну, до первых, как бы, вот этих вот синяков синих. Вот уже синий. Нет, это даже пока не синий. Это еще не синий? Это еще пока не синий, да. Ставь паузу. Остается такого же цвета вообще. Сенсей, еще раз скажите это про... Ну, где проблема, да, оно быстрее становится пунцовое такое, да. Иногда синеет, иногда прям чернеет, да. Где нет проблемы, там... Вот тоже, смотри, вот потемнело, вышло внутри. Испарина пошла, вот снизу пошла испарина, да? Вот, вот это потепление. Это тоже болезнь. Бывает у некоторых там вот рисуется как мороз, вот есть. Угу. Зимой вот на окне рисуется. Я вот таких видел, которые у них вот, как говорю, холод в теле, вот, которые попали, не знаю, там на улице где-то вот. Бывает же жизнь разные ситуации. Вот это вот у них есть такое. Ну, слава тоже живет. Ну не сразу, а потом. Не, ну у него особо нет. Было запотение. Не, это чуть-чуть будет, а вот у больницы сразу вот ставишь, там пар идет. Да-да-да. Я как вот так определяю, сразу вот ставлю, о, ты где сейчас? И начинают рассказывать о том, что... Или токсикация большая организма, там, от алкоголя, от лекарства, может быть, да? Тоже сразу пар идет, и сок вот этот, ну, вода как бы выступает. И у кого вот это высокое давление постоянно вот держится лекарствами, у них вот страшный вот. А у курящих вот кровь вытащит, вот, так понюхать не сможет нюхать. Там такой вон. У пьющих или у курящих. То есть невозможно. Вот даже вот заходишь, там запах такой стоит. А если пьешь по праздникам только? Голову не поднимаешь. По праздникам, только это будет по праздникам пахнуть. Я один раз студентом. Значит, смотрите, да. Начинаем с того момента, где самые темные стали, да. Но и небольшой вопрос. Вот видите, вот эти вот мы не сможем нарезать, если поставим вот эти вперед. Поэтому начнем с них, иначе рука не пролезет, понимаете? Угу. Начнем с них. Пока все это рядышком поставим. Эти зоны обрабатываем спиртом, ну, фактически, чтобы снять масло, чтобы не было никакого заражения. Другой стороной, другую зону.
Следующая. Другой стороной. Тоже вот смачиваю. Так. И аккуратненько вот начинаем шею. Все надрезы, соответственно, вот как волосы пошли вниз, да, вот так вдоль тела, вот туда. Да, вот оно помогает. Вот внутри у нас зона покрытия банки, да, значит, только внутри мы надрезаем. Быстренько так. Я тебя даже берегу. Как ощущение? Чего? Здесь, соответственно, вот так пошли надрезы, да, вот в эту сторону. Пальчиком придерживаю, да, чтобы... Наверное, не видно будет. Слушай, а сегодня немножко тут. Посильнее, да? Да, я шею чуть-чуть берег. Но ничего, если, смотрите, поставим банку и там не пошло, значит, надрезы сделали слабо. Можно снять банку и снова надрезать, не бойтесь. Ватку кладу сюда, смоченную, да? Начинаем вот с этой банки. Сейчас поставьте тут, попробуйте. Пошло. Пошло. Пошло, да. И вы помните, что у нас нету цели прямо захерачить так, чтобы крови много снять, да? Чтобы там литр или сколько-то, да? Вот если вышло хотя бы там 2-3 капли, уже хорошо, уже процесс идет. Хорошо пошло. Так, ну вот, попробуйте с той стороны. Вы уже тренированные на печке. Лучше, сансей, вот эти сами вот эти? Пусть напрямую там делают. А просто под углом получается. Да, не боятся. Да? Да, вот видите, я немножко придерживаю так, чтобы как молоточек было. Иначе мне показалось, что с первый раз слабо сделал. Голову не шевели, я залезу, достану. Да, плечо выше вот опусти, да. Вот. Получаются такие грядки примерно с расстоянием 5 мм друг от друга. А, вторую зону. А здесь сюда. Как пациент терпит? Уснул, наверное. Нормально, да. Вот такое лезвие мне больше понравилось, заостренное. Не сильный надрез получается. Легче. И легче, да, легче входит. Это я автор, смотри. Да, вот перед нами автор сидит. Не, я вот сколько лет там назад. Можно чуть-чуть еще вот. Я в группу вот закинул. Ну все, попробовал этот ножницы резать, смотрю, получается. Потом хороший ножницы. Может, до этого тоже где-то делал, я не знаю, но... Ну, вот две подкачки. Вот так, да, хороший ножницы надо делать, хороший способ. Возьмем на вооружение, можно? Мы же учимся. Обмен опытом. Вот, пошло, да? Теперь дальше смотрите. Если вы эту банку поставите, то вы не сможете эту надрезать, да? Поэтому начнем отсюда. А на самом деле тут можно вот эти вот вообще синие стали. Видите? О! О, вот с них мы и начнем дальше, да? Ой-ой-ой. Давайте убираем. Спиртом смазывайте. Кто там следующий? На. Отключи. Рабочий момент пошел. Запомнился, да? Ой, мать, дед. Так, стоп. Давайте быстрее салфетку. Протираем. Да, здесь не так просто. Да? Да бежит. А здесь все по бокам не бежало. По бокам бежит. Вниз бежит. А здесь-то что, не протерли? И тут пробежало. А тут не протерли, да. Это я кто тяжело. Это? Иван снимал, давай. Рабочий момент обучения процессу постановки хиджамы. Так, перекисью. Да, перекисью. А здесь просто спуска не было, поэтому Россия побежала у нас. Да, сансей.
Да. В какую-то сторону наклоняешь банку, в другую сторону банку. Я понял. Вот, и туда, и прямо в банку туда заваливай. Да, вот так вот. Ничего страшного, рабочий момент. Чуть протекла мимо. Вот, а готовы уже места обрабатываем, да, перекись водорода. Все, оно заживает достаточно быстро, и в принципе человек уже может там через полчаса идти в душ спокойно мыться. Ну вот, дядя Ваня снял, и ни капли мимо. Да? Да. Все себе, покажи, какая там густота. Внутри, так поколыхай. Вообще, я даже не думал, видно, что да? Такое может быть. Сейчас я еще раз попробую. Давай, попробуй. И как бы вот так, смотри, как совочек. Раз, и... Помоги снизу сейчас, если подожди. Банку ты не так держишь. Думаешь? Неудобно тебе будет. Дай банку одну. А, где? Нету банки? Ну, новую, ну, другой, да? Не, это получше. Здесь нету. Где у тебя? Давай, да, снимай прямо сразу все в банку. Стоять заново? Да. Да, заново ты ставьте. Все, и ставим банки все. Дальше. Эту-то все ведь? Больше и не надо? Эту не надо, да. А вот эти все, две, все. Вот эти две надо. Так, да, бро. На самом деле. Классно, да? Да. Тебе на голову делали, покажи. О, какой веселый. И на макушке там, да, наклонись-ка. Вон где еще ставили, да? И, кстати, от надреза практически не видно, да? Ну-ка, сейчас увеличу, да, давай вот так, раз. Вот. Вот мастер делал. Мастер не шуток, подопытный кролик, да? А теперь мастер превратился в подопытного кролика. Как мы называем. Да. Ну тоже смотри, следов нету практически вот вообще. Да? Вот я прям снимаю. Ну вот здесь только я порез. Да, вот один тут маленький. Ты специалисты надрезик. Все-таки? Тут вот чуть-чуть совсем. Хорошие учителя. И на пояснице даже не видно, видите, хорошие вообще не видно. Четко, ну да, четко сделали вообще. Молодцы, да. Ребята, рабочие моменты. Съемки. Ты просто кожей во время съемки так раз скукоживаешься и сжимаешься на отрезок так раз, да? Вот это, сейчас перекись обработать, прямо сюда, это перекись. Да, можно перекись обработать, да. Я вот эту сейчас сделаю. Это перекись. Так, это мы заканчиваем. Зона, на голове была зона номер 7, это перекись, зона номер 1 на спине.